В зоопарке Ижевска погибла красноярская медведица Аврора. Об этом рассказал директор Роева ручья Андрей Горбань. Как и почему все произошло, сейчас это пытаются выяснить специалисты. Они осматривают видео с камер. Известно, что на Аврору набросился разъяренный самец по кличке Балу, к которому ее привезли для вязки и создания потомства. Животные познакомились и даже подружились, но в какой-то момент что-то пошло не так. Медведь рассвирепел, остановить его не могли ни водой, ни усыпляющими выстрелами. В общем, когда Балу упал, медведица уже была мертва. В Красноярске она прожила 10 лет, за это время стала всеобщей любимицей. Поэтому, конечно, известие о гибели Авроры в нашем зоопарке восприняли как личную трагедию. Это такая мощь, такая агрессия, что остановить ее... В общем, Балу упал рядом с мертвой Авророй только. Пока у нас нет выводов, почему так могло произойти, мы будем разбираться хотя бы для истории, для науки, для того, чтобы этого больше никогда не повторилось. Жизнь продолжается, она будет продолжаться. Мы будем продолжать размножать наших белых медведей. Но огромная пустота. Они после того, как покушали, каждый в своем внутреннем вольере, абсолютно раздельно, вышли на прогулку. И буквально на первых же минутах вот возникла эта непредвиденная, вот внезапно возникшая конфликтная ситуация между двумя большими хищниками. То есть у них начались какие-то вот звуки, они начали издавать по отношению друг к другу. У нас были открытые внутренние помещения для того, чтобы животное имело возможность удалиться, оно намного больше. Это, к сожалению, очень трудная ситуация для всех нас. В Роевом ручье Аврора появилась совсем маленьким медвежонком. Вместе с сестренкой ее привезли с Таймыра около 5 лет. Она прожила в паре с медведем Феликсом. Вот только потомство у них не появилось. Аврору решили познакомить с самцом из Удмуртии. И встреча, увы, оказалась роковой.